новая рубрика «Вопрос и ответ». Вы можете задавать трем персонажам на моем канале вопросы. Ну почему мы персонажи, а не за настоящие? Я! Можете мне задавать вопрос Бенди и Никите. И вот как надо будет писать вопросы. А я буду на них ответ делать. Или Никита, или Бенди. Вот смотрите, надо будет в скобках написать, кому вы пишете вопрос. Мне, то есть Филипп, Бенди или Никита. Ладно, а мы на этом закончим. С вами был Филипп. Всем пока-пока.